На этом курсе, как вы уже знаете, мы будем изучать христианскую этику. Это обязательный курс для получения степени магистра богословия. И на самом деле этот курс называется «Христианская этика». Но мы хотели расширить ваше мировоззрение, поэтому опустили слово «этика», и теперь этот курс называется ST-715. Меня зовут Джон Файнберг. В семинарии Тринити я уже 22 год. И я очень рад, что могу работать с такими студентами, как вы. И я думаю, что у нас будет очень хорошая группа, и мне понравится работать с вами. На протяжении этого курса мы будем рассматривать некоторые из современных проблем. И возможно, что кто-то из ваших знакомых когда-либо, может быть, даже в прошлом году, обращался к вам с таким вот вопросом. А что ты думаешь об искусственном оплодотворении? Как ты думаешь, почему это нельзя просто попросить кого-нибудь из родственников выступить в роли, например, суррогатной матери? Она ведь даже не попросит денег за это, а просто из любви ко мне и к моей супруге захочет нам помочь. Что плохого в этом? Будет ли это грехом? Может быть, у вас есть женатые друзья, и у них есть проблемы в браке, и они не знают, что им делать. И один из вопросов, который мучает их, таков. А позволительно ли христианам, живущим по Библии христианам, позволительно ли кому-либо вообще разводиться? Есть ли такие основания для этого? Может быть, вообще нет оснований или есть какие-либо основания? Что им делать? Например, если кроме жестокого обращения, насилия в браке, нет никаких библейских оснований, чтобы утверждать, что человек имеет право на развод. Как она или он должен в этой ситуации себя вести? Должен ли он или она поддерживать эти отношения и таким образом поставить под угрозу свое здоровье и благосостояние семьи? Может быть, в данных обстоятельствах им можно развестись? Или есть другая альтернатива? С этими вопросами сталкиваемся мы сами, а также наши друзья в современном обществе почти каждый день. И это становится крайне необходимым, когда мы начинаем заниматься практическим служением. Нам нужно знать о существовании этих проблем и, кроме того, иметь представление, что говорит Писание по этим темам. Также нужно иметь представление о том, как принимать решения, которые имеют отношение к этим вопросам. Я надеюсь, что в течение этого семестра мы сможем вам помочь в этом. Сегодня вечером мне хотелось бы начать с объяснения того, чем мы планируем заниматься в течение этого курса, и поговорить о некоторых интересных моментах, которые пройдут в этот раз в процессе преподавания курса. Итак, давайте посмотрим на описание курса. Здесь написано то же самое, что и в каталоге, но мне хотелось бы рассказать, как все будет происходить на самом деле, как мы будем изучать этот курс. Здесь написано, курс предлагает библейский взгляд или взгляды на современные этические проблемы, с которыми сталкиваются церкви и служители, и затем предлагается список тем, большую часть которых мы рассмотрим, но не все. Некоторые темы, которые мы будем изучать, могут и не быть в этом списке. Посмотрите на список. Мы не будем изучать темы строго в этом порядке. Но мы пройдем большую часть этих тем, а также некоторые другие темы. Где-то 10 или 15 лет назад, дайте подумать, 2001, да, приблизительно 13 лет назад мы с братом закончили работу и опубликовали учебник, которым вы будете пользоваться во время этого курса. Материал, использованный в учебнике, содержит больше информации, чем можно изложить во время лекции. До тех пор мы пользовались только лекционными записями. Но после появления этой книги все изменилось.
Вы знаете старую поговорку «напишешь книгу и погубишь курс». И тогда мы задали себе вопрос, что же теперь делать? Знаете, мы не хотим просто сидеть в классе и читать вам книгу. Это было бы совсем неинтересно. И тогда я начал думать о том, что же еще можно придумать для этих занятий. И то, что я стал делать после опубликования книги, многие студенты высоко оценили. И я думаю, что это приносило даже больше пользы. И также думаю, что вы тоже увидите, что обучение в таком формате будет более оживленным, чем если бы я просто стоял и читал выдержки из книги. Итак, что же мы будем делать? Для начала у нас есть достаточно экземпляров наших учебников в книжном магазине, и я надеюсь, что у вас уже есть эта книга, или вы ее приобретете завтра или послезавтра. Книга называется «Этика для нового смелого мира». Книга не такая уж длинная, если учитывать количество тем, которые в ней рассматриваются. Я думаю, что она вполне читабельна, по крайней мере, так говорили студенты прошлых лет. Итак, требования к курсу изложены в описании курса внизу страницы. Три текста обязательны для изучения, и вы, наверное, думаете, что это за пособие ST-715? Я не видел его в книжном магазине. Знаете, его и не было в книжном магазине. Это пособие для вашего курса находится здесь. Мы напечатали достаточно копий, и сейчас раздадим их вам. Каждому из вас мы дадим по одному пособию. Это простой структурный план для всего курса. Но это не только план. В пособии есть места, где часть информации уже предоставлена. И чтобы вам не утруждать себя простым стенографированием такой информации, мы представили ее для вас в напечатанном виде. Я составил рабочую тетрадь таким образом, чтобы то, что написано в тетради по определенной теме, почти соответствовало плану параллельной главы в книге «Этика для нового смелого мира». Нам бы хотелось, чтобы до того, как мы будем обсуждать тему, вы прочитали соответствующую главу в книге. Не нужно сейчас беспокоиться об этом, так как вы не знали, что мы будем требовать это. Первую тему я буду рассматривать в лекции, и некоторые другие темы тоже. Желательно, чтобы вы прочитали главу, сделали конспект рабочей тетради, затем мы приходим в класс, и прежде чем мы начнем рассматривать тему, мы спросим, возникли ли у вас вопросы по содержанию прочитанной темы. И, естественно, вы можете задавать любые вопросы, которые у вас появились. Не стесняйтесь задавать вопросы. После того, как вы зададите вопросы, и я предложу на них ответы, я задам вам несколько вопросов, чтобы удостовериться, что ключевые понятия вам достаточно ясны. После того, как мы разберемся с вопросами, возможно, нам придется сосредоточиться на некоторых основных понятиях. И мы займемся этим. Затем, после того, как мы усвоим доводы и аргументы «за» и «против» по различным темам, мы будем разбирать различные случаи, некоторые из них заимствованы из реальной жизни, некоторые являются плодом моего воображения. Я буду в классе рассказывать вам эти случаи, и в качестве группового задания я спрошу вас, а какой бы вы дали совет человеку, который обратился бы к вам с такой проблемой? Что бы вы посоветовали ему сделать, и почему вы считаете, что это правильное решение? Вот в таком формате мы будем обсуждать эти случаи. До того, как мы опубликовали книгу, единственное, что мы могли сделать, рассматривая любую тему, это только объяснить проблему, объяснить технологию, если технология имела к этому отношение, и затем привести аргументы за и против по данной теме. И когда занятие подходило к концу, у нас не было такого значительного объема материала, какой предлагается вам в книге. И мы не могли позволить себе большего, так как нужно было переходить к следующей теме и снова повторить данную процедуру. Теперь же, используя новый подход, мы сможем сделать намного больше.
То есть не только поговорить о том, почему смертная казнь должна быть отменена или сохранена, почему можно или нельзя делать аборты, а мы также сможем рассмотреть конкретные случаи и задать вопрос. А что бы вы на самом деле сказали человеку, который бы пришел к вам и рассказал бы вам, как он оказался в такой ситуации, и сказал бы, что ему нужен ваш совет? Что вы скажете ему, и почему вы считаете уместным говорить ему именно такое? Прежде чем мы завершим обсуждение определенной темы, я бы хотел, чтобы мы сделали следующее. Знаете, последние годы у меня была возможность преподавать этот курс не только в Тринити, но и в других семинариях, а также проводить семинары в поместных церквах. Мне интересно было заниматься этим, так как эта информация очень важна, и не только люди, занимающиеся служением, должны обладать ей, но также и люди в поместных церквах. Простые прихожане должны тоже об этом знать. На протяжении определенного времени, проводя такие семинары в поместной церкви, приходишь к осознанию того, что то, что так хорошо получалось в классной аудитории, в семинаре, совсем не получается в поместной церкви. И это вполне объяснимо. В церкви совсем другая аудитория. Они не пишут конспекты, не собираются сдавать экзамен, который вы захотите им предложить. Путем проб и ошибок на протяжении нескольких лет я смог, что касается большей части тем, уяснить для себя, каким образом доносить это знание в поместные церкви, что сработает, а что нет. И я буду делиться опытом такой работы с вами, чтобы у вас было представление, когда вы выйдете на служение, как вы можете доносить эту информацию в вашей поместной церкви. Вот таким образом мы будем работать на этом курсе в этом семестре. И особенность этого курса в том, что вначале мы будем рассматривать некоторые общие понятия. Сначала мы попытаемся определить, что подразумевается под нравственным долгом, другими словами, каковы правила применения этого понятия. Примерно таким же образом и те из нас, кто причисляет себя к верующим людям, как и все евангельские христиане, мы обращаемся вначале к Писанию, чтобы найти, что Писание говорит об этом, что мы должны делать, а что не должны. Естественно, что когда мы думаем о Писании, то есть о Библии, первым делом мы думаем о 10 заповедях и о том, что мы хотим думать о них. Но это только начало. Это место Писания не предлагает исчерпывающей информации по этике. Кроме того, возникает вопрос, применяются ли к нам ветхозаветные законы Моисея, включая 10 заповедей? Ведь мы не живем в ветхозаветный период, мы живем в эпоху Нового Завета. Вопрос в том, как все это применяется. Некоторые люди говорят, что закон Моисея почти полностью применяется к нам. И они думают в этот момент о таких заповедях, как «не кради», «не убий», «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». И многие из нас спокойно заявляют, что эти правила применяются к нам в нашей современной жизни. Но что делать с другими законами Моисея? Например, такими, когда говорится, что ты должен построить парапет вокруг кровли, чтобы гости, которые пришли бы к тебе, не потеряли бы равновесие и не упали. И чтобы этого не случилось, делается дополнительная преграда в виде перил, чтобы гости не смогли упасть. Итак, применимо ли это сегодня? Означает ли это, что если я не найду дом с плоской крышей, где я мог бы принимать гостей и построить перила около кровли, то я не должен и дом покупать? Каким образом может применяться такое правило в современном мире? Если вы думаете, что это неприменимо к нам сегодня, то какая разница между этим законом и законом типа «не убий»? Может быть, этот закон также не нужно применять сегодня? Это очень важные вопросы, и эти вопросы мы собираемся рассмотреть. Первая главная тема, которую мы будем изучать, имеет отношение к процессу принятия нравственного решения, и мы поговорим об этических теориях.
В этой части курса много теоретического и абстрактного, но вы увидите, как мы заложим фундамент для всего, о чем будет идти речь весь семестр. Я надеюсь, что вы также видите, что иногда отсутствует ясность в определении и разъяснении нашей этической теории и теории того друга, с которым мы разговариваем. Очень часто наш друг приводит ряд доводов, чтобы оправдать свои намерения. Мы же, в свою очередь, приводим свои доводы против этого. И если проанализировать наш диалог, то мы не разговариваем друг с другом. Каждая сторона приводит приемлемые аргументы, но они не опровергают друг друга. Они даже не обращены друг к другу. В такой ситуации возникает мысль: «Так что же здесь происходит?» Я надеюсь, что к моменту завершения изучения первой темы о нравственном выборе христианина у вас будет представление о том, что происходит, и вы будете знать, что делать дальше, как принимать конкретные решения в этических сферах, с которыми сталкиваетесь вы, ваши друзья, ваша семья и люди, среди которых вы несете служение. Мы хотим узнать, каковы правила, каковы нравственные обязательства. Большую часть занятия мы хотим посвятить тому, как эти правила применяются, если они вообще применимы к некоторым наболевшим вопросам современности. В списке не все наболевшие вопросы перечислены, но такие темы, как аборты, смертная казнь, разделение церкви и государства, отношения между христианином и светским государством, эвтаназия и темы, подобные этим, составляют большую часть этого курса. Я намекал вначале на то, что в этот раз я с большей радостью приступаю к преподаванию этого курса, потому что произошло нечто особенное. Кроме того, что мне предстоит работать с вами в этом семестре, а это наиболее особенное событие, есть еще некоторые моменты, которыми я хотел бы поделиться с вами. Я уверен, что вы и раньше видели презентации в PowerPoint, но ни один из моих студентов не видел, как это делаю я. Это новшество для меня. Моя сестра невероятно талантлива в создании слайдов. И когда я был в отпуске, я попросил, чтобы она научила меня делать это. И она научила меня, а также предложила, чтобы я присылал ей мои презентации, чтобы она смогла исправлять и улучшать их. Она живет в Калифорнии, восточнее Сан-Франциско, но, вы знаете, чудесная технология позволяет мне прикреплять готовые слайды к электронным сообщениям и отправлять их ей, чтобы она их просмотрела, сделала исправления и отправила их мне обратно. Я очень рад, что могу использовать дополнительную наглядность и надеюсь, что это сделает курс более приятным для вас. И я прошу вас молиться, чтобы я успевал делать презентации к каждой теме, которую мы будем проходить в классе. Знаете, я обнаружил, что на каждый слайд уходит достаточно много времени. Сейчас я уже научился делать это немного быстрее. Но время все же нужно, чтобы это сделать. То, что вы увидите на слайдах, не будет полным повторением того, что написано в рабочей тетради. Но я буду говорить вам, на какой странице нужно открыть рабочую тетрадь, какой пункт мы обсуждаем, чтобы вы могли найти его. Все это, я надеюсь, также повысит качество нашего обучения. Что ж, мы уже достаточно поговорили об описании курса и его целях, и теперь мне бы хотелось посмотреть на требования курса. Вот что нужно обязательно прочитать. Мы предлагаем три основных источника, которые у вас должны быть. О первом мы уже поговорили. Это книга «Этика для этого смелого мира». Это пока еще не переработанное издание, но вы получите дополнительную информацию, когда мы дойдем до этого. Хочу привести пример того, как быстро все меняется. В то время, когда мы с братом работали еще над первым изданием этой книги, никто не говорил о стволовых клетках. Никто даже не упоминал об этом. Ни у кого не возникали мысли о том, этично это или нет.
Теперь же, кажется, как можно говорить об абортах и о других технологиях, о генной инженерии, особенно о ДНК, как можно говорить обо всем этом в наши дни и ничего не говорить об исследованиях в области стволовых клеток? Так что я собираюсь это добавить. Я немного поговорю об этом на занятиях. Этого вы, правда, не найдете в учебнике, но получите дополнительную информацию об этом. И второе, о чем я ранее упоминал. Вы знаете, в Тринити есть правило о том, что студентам бесплатно можно выдать в классе первые 100 страниц отпечатанного текста. И далее я забыл, сколько стоят экстра страницы. Вот эта рабочая тетрадь, я думаю, она состоит примерно из 150 страниц, но вы не беспокойтесь о плате за лишние страницы в этом случае. Кто-нибудь сообщит нам недостающую информацию, и в конце курса мы соберем пожертвования, чтобы покрыть эти расходы. А третье пособие написано под редакцией в соавторстве Брэда Барнес и Рональда Тернера, и называется оно «Бог и эмбрион». И хотя авторы в этом случае были редакторами книги, они собрали большое количество различных взглядов, и вы увидите, что в создании этой книги участвовало много авторов, хотя редакторами считаются только два человека. Я хочу сразу предупредить вас, что вы согласитесь далеко не со всем, что написано в этой книге. Но я думаю, что нам важно увидеть, что другие люди, которые хотят, чтобы их считали христианами, пишут о различных вопросах. Так что это еще одна книга, обязательная для чтения в этом курсе. На первой странице описания курса внизу говорится о том, что на протяжении курса будет 11 заданий по чтению. И в требованиях курса также говорится, что прочитать все нужно до экзамена. Я не буду спрашивать вас через несколько недель, сколько вы уже прочитали. Но я призываю вас выполнять задания по чтению перед каждым уроком. Иначе вы просто запутаетесь. Если мы перешли к другой теме, а вы читаете то, что относилось к предыдущей теме, и у вас появился вопрос, то нам придется отвечать на этот вопрос. Но хотелось бы вписываться в определенный график, так как у нас большой объем материала на этом курсе. На следующей странице я перечислил для вас домашние задания в том порядке, в котором их нужно выполнять. Сразу после этого вы найдете примечание о рабочей тетради, и мы уже говорили о том, как конспектировать прочитанное. Какие еще есть требования курса? У нас будет два экзамена, один в середине семестра, а другой в конце. Я могу рассказать о сути этих экзаменов. Они равнозначны по важности и способу оценки. И в заключительном экзамене не будет вопросов, которые были в предыдущем экзамене. С тех пор, как я начал преподавать этот курс, так как я делаю это сейчас на протяжении последних нескольких лет, я подумал, что если цель этого курса — подготовить студентов к разрешению конкретных проблем и принятию решений, с чем сталкиваются они и их друзья, чтобы у них было представление о том, что делать, значит, во время экзамена я должен проверить именно это. Так что экзаменационная работа построена следующим образом. В первом разделе будет 10 вопросов на определение. Вам нужно будет написать ответ на 6 вопросов, дать краткое описание и определение на 6 из 10 вопросов и объяснить их важность для этики. Этот раздел экзамена оценивается в 20 баллов. Остальная часть экзамена – это эссе. Вам предложат 3, а в заключительном экзамене может быть 4 жизненных ситуации, и вам нужно будет выбрать 2 из 3 или 2 из 4.
Это будут истории из жизни или придуманные истории, и ваша задача будет написать ход ваших действий в решении этой ситуации, как я и говорил вам раньше. Что бы вы предложили человеку, который бы рассказал вам об этой ситуации, сделать? Как бы вы посоветовали ему поступить и объясните почему? Такими будут экзаменационные работы. Под римской цифрой 4 разъясняется, как будут выставляться оценки за курс. Вы видите, что экзаменационные работы оцениваются одинаково. Задания по чтению составляют 0,2. Когда вы будете сдавать отчет в конце семестра, мы не будем требовать, чтобы вы перечислили все, что вы прочитали. Мне просто нужно, чтобы вы кратко написали что-нибудь вроде «Я прочитал все, что входило в требования курса». А если не успели прочитать, то напишите «Я прочитал все, кроме, допустим, 50 страниц». Ничего больше от вас не требуется. Я не буду проверять конспекты в рабочей тетради. Я не хочу, чтобы вы чувствовали, что вам еще что-то нужно сделать. Просто сдать отчет. Под римской цифрой 5, внизу второй страницы, а потом на третьей странице, приводится список тем, которые мы надеемся так или иначе рассмотреть. Некоторые из них мы будем проходить быстрее, чем другие. Но это то, что мы планируем по расписанию. Обычно экзамен проводится после того, как мы прошли материал по смертной казни. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Это значит материал о нравственном выборе христианина, об аборте, эвтаназии и смертной казни. Так что первый экзамен будет по этическим теориям и вопросам жизни и смерти. В заключительном экзамене будут вопросы, связанные с сексуальностью человека, с человеческими отношениями, например, брак и развод, отношение христианина к государству, к войне и тому подобное. До заключительного экзамена мы пройдем больше тем, но эссе нужно будет написать только по двум вопросам, как и в первом экзамене. Вы получите больше информации, когда мы ближе подойдем к экзамену. Это даст вам возможность попрактиковаться в том, чем вы будете заниматься во время служения, когда к вам будут обращаться люди за консультацией и будут рассказывать вам свои истории различного содержания, но, возможно, эти истории не сильно будут отличаться от тех, которые мы будем разбирать здесь. И вы сможете оценить все это. На этом курсе, хотите верьте, хотите нет, будет интересно даже на экзамене. Настолько, насколько экзамен может быть интересен. Это был первый момент. И второй момент. Когда мы начнем, я уже говорил об этом раньше, мы видим, что записи в рабочей тетради содержат больше подробностей, чем слайды презентации. И вот если произвести все, что написано в рабочей тетради, то понадобится очень много слайдов. Когда у нас не будет определенного слайда, мы будем ориентироваться по рабочей тетради. Когда же у нас есть слайд, то я обязательно скажу вам, что это написано в рабочей тетради. Надеюсь, что у нас не будет проблем с этим. Также я хотел бы поделиться молитвенной нуждой. Возможно, некоторые из вас уже знают о состоянии здоровья моей жены. И по этой причине занятия у нас проходят по вечерам. В прошлом году, особенно в последние 6 месяцев, прошли большие изменения в состоянии ее здоровья. Мы поговорим об этом, когда будем проходить тему о генной инженерии. Вследствие этого я не могу быть абсолютно уверен, что ее можно оставлять дома одну, что она будет в безопасности, когда я нахожусь на занятиях. Я разговаривал с людьми, к
которые помогают нам, и сказал, что если бы кто мог находиться рядом с ней, то было бы очень хорошо. Я занялся этим вопросом пару недель назад, начал искать подходящую кандидатуру и думать, что можно сделать. Если вы вспомните об этом, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог все усмотрел, и тогда я смогу уделять вам все свое внимание и не беспокоиться о том, что происходит дома. Большое спасибо за вашу заботу. Итак, перед вами рабочая тетрадь. Откройте первую страницу, и мы будем говорить о содержании курса. Вы можете увидеть, что в плане конспекте написано: «На курсе по этике обсуждаются различные темы и выбираются разные подходы». И теперь я хочу рассказать о некоторых подходах. Обратите внимание на презентацию. Есть много различных подходов, и этика рассматривает много тем. Прежде всего, мы могли бы на курсе по этике обсуждать этические вопросы с философской точки зрения. Если бы мы выбрали этот подход, то светские философы здесь разбирают следующие моменты. И основные различия между тем, что называется нормативной этикой, и тем, что называется метаэтикой. Я объясню, в чем разница. Нормативная этика — это раздел философской этики, которая рассматривает различные этические теории, правила или нормы, которые нужно исполнять и строить на них свою жизнь. Если бы мы занимались чисто светским философским подходом к этике, это был бы курс по нормативной этике. Мы бы прошли некоторые этические теории и то, что они говорят о том, что можно делать и чего не нужно делать. Это один из подходов. Но философская этика также интересуется тем, что называется метаэтикой. Метаэтика занимается более основополагающими вопросами, как, например, какие законы, основные законы, правила являются основными для нашей жизни? Метаэтика задает следующие вопросы. Какое значение имеет термин «добро» или термин «зло»? Какие значения имеют понятия «нравственно» и «безнравственно»? Вы понимаете, насколько это существенно, даже фундаментальнее нормативной этики. Любая теория в нормативной этике будет выражать свое мнение о том, как определить, что добро, а что зло, что мы должны делать и что следует предпринять. Но метаэтика не только дает определение этим терминам, она идет дальше. Она предлагает правила, по которым мы должны жить. Еще одна тема, которой занимается метаэтика, это тема, которая известна в философской этике как вопросы «что есть и что должно быть». Это звучит странно, позвольте мне объяснить. Разница между «есть» и «должен» или «должно» сосредоточена на различии между фактом, то есть тем, что есть на самом деле, и ценностями или обязанностями, то есть тем, что ты должен делать. В этом вопросе спрашивается, возможно ли из утверждения о том, что есть на самом деле, принять решение, что нам следует делать с нравственной точки зрения. Некоторые философы говорят, что да, из фактических утверждений можно вывести этическое правило, которое говорит, что вам следует сделать или что вы должны сделать. Есть и другие философы, которые говорят, что из фактического утверждения вы не можете сказать что-то о нравственных обязанностях.
проблема вопроса есть и должен иногда начинается с точки зрения нравственного правила. Если мы посмотрим на нравственное правило, и можем ли мы определить, какая ситуация в мире? Некоторые философы говорят, что можно, потому что факты вытекают из системы ценностей, а другие говорят, нет, они слишком отличаются друг от друга. Независимо от того, интересно вам это или нет, но это один из путей развития курса по этике. Но мы могли бы избрать и другой путь, если бы мы изучали чисто философскую светскую этику с исторической точки зрения. На протяжении столетий в философии существовали различные этические системы и подходы. И мы могли бы заниматься на этом курсе исключительно только этим. Хотя мы могли бы добавить еще что-то, но главным образом мы могли бы сосредоточиться на рассмотрении различных систем на протяжении веков и изучали бы, что они говорили о том, что правильно и что неправильно. И больше ничего не нужно было бы делать. Есть еще один общий подход. Посмотрите на страницу 1, подпункт Б, подпункт А. Это философский подход. Мы могли бы вместо истории этики, изучая курс по этике, поговорить об этических теориях. Да, но поговорить только о тех этических теориях, которые называются христианскими теориями. В данном случае мы сосредоточились бы на том, как различные христианские теории определяют, что есть добро, а что зло, и что они подразумевают под этим. Можно также рассмотреть, что эти этические теории говорят о нравственном долге, о том, что мы должны делать, а что должны избегать в соответствии с этими этическими христианскими системами. А также можно было бы изучить и с исторической точки зрения различные этические христианские системы. Есть еще и третий подход, подпункт В на первой странице. Изучая курс по этике, можно сосредоточиться и на конкретных этических проблемах, с которыми сталкиваются христиане в современном мире, для того, чтобы дать библейское руководство в отношении того, что делать с подобными проблемами и вопросами. Итак, мы рассмотрели различные подходы, которые можно было бы избрать, это к вопросу о том, что касалось содержания курса. Это был первый пункт. И второй пункт на первой странице. По крайней мере, мне интересны некоторые философские вопросы, которые возникают у меня, и, возможно, когда-либо возникнут и у вас, и время от времени нам придется обращаться к ним, чтобы понять некоторые из аргументов. Может быть, и вас интересуют философские вопросы, но на самом деле наш курс пойдет не в этом направлении. Может быть, кто-то из вас скажет, что вам хотелось бы больше времени посвятить изучению этических теорий, чтобы узнать об их нормах поведения и особенностях. Да, я думаю, что это представляет определенную ценность, но все же на этом курсе мы сосредоточимся не на этом. Как вы уже знаете из того, что я говорил, я надеюсь, мы будем следовать тому, что написано в описании курса. Я собираюсь начать наши занятия в этом семестре с небольшого введения в этические теории и этические системы, чтобы у нас были базовые представления о том, как подходить к практическим темам. Но затем большая часть нашего времени в этом семестре будет посвящена разбору этих практических примеров и анализу их применения. Я думаю, что это, возможно, самое полезное из того, что мы могли бы сделать на этом курсе. На этих занятиях люди готовятся к практическому служению,
И я думаю, что вы сможете воспользоваться этим курсом в своем служении. Хотя вы могли бы использовать этот курс, даже если бы вы выбрали совершенно другой подход. Но нам не нужно беспокоиться об этом.